Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В сегодняшнем видео я расскажу вам про установку и подключение телевизионной розетки серии Глосса от Schneider Electric, артикул GSL-00191. Слаботочные сети, как и силовые распределительные сети, необходимо прокладывать скрыто, дабы эти кабели не мешались под ногами и явно не бросались в глаза, пытаясь испортить законченный вид ремонта. Если ранее к слаботочным сетям уделяли не особо пристальное внимание и телевизионные кабели могли быть просто-напросто проложены под ногами или вдоль плинтуса, то в современный век цифровых и информационных технологий слаботочных кабелей стало значительно больше. Это и телевидение, и интернет, и различные акустические системы, и системы умного дома, и пожарно-охранная сигнализация, и домофон, и видеонаблюдение, и тому подобное. Так что в любом случае необходимо позаботиться об их скрытой прокладке. Но речь в данном видео пойдет исключительно об телевизионных кабелях и розетках. В моем примере телевизионный коаксиальный кабель RG6U проложен скрыто по стенам и потолку в пластиковой гофрированной трубе диаметром 16 мм. Гофра крепится к основанию стены и потолка с помощью пластиковых клипс. От слаботочного квартирного щита данный телевизионный кабель приходит непосредственно в подрозетник. Советую посмотреть подробное и наглядное видео про установку распределительного и слаботочного щитов в нишу стены. Именно в этот подрозетник необходимо нам установить и подключить ТВ-розетку, чтобы в дальнейшем через нее можно было передавать сигналы от антенной сети на телевизор. Вдаваться сейчас в подробности установки подрозетников я не буду. Об этом на канале имеется очень подробное и поясняющее видео. Так что переходите и знакомьтесь. Видео называется «Выбор, разметка и монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену». Все электроустановочные изделия, розетки, выключатели, диммеры в квартире планируется устанавливать из серии Глосса от Schneider Electric. И телевизионная розетка этому не исключение. Вот на ее примере я и покажу, как ее установить и подключить. Устройство ТВ-розетки достаточно простое. Она состоит из внешней панели с F-разъемом, механизмом для подключения коаксиального кабеля и установочного суппорта для крепления розетки непосредственно в подрозетнике. Технические характеристики. Рабочая частота от 5 до 862 МГц. Входное и выходное сопротивление 75 Ом. Затухание на отводе 1 дБ. Степень защиты IP20. Как видите, ослабление или затухание сигнала на данной ТВ-розетки составляет всего 1 дБ. Считаю это вполне хорошим показателем. Так как розетка является оконечной, далее поясню, что это такое, то на плате внутри ее механизма впаян резистор номиналом 75 Ом. Решил убедиться в этом, измерив с помощью мультиметра его значение. Итак, нам нужно подключить выведенный телевизионный кабель в данном подрозетнике приобретенной ТВ-розетки. В первую очередь нам необходимо снять внешнюю оболочку с кабеля на длину порядка 20-25 мм. Изоляцию с кабеля круглого сечения я обычно снимаю с помощью своего кабельного ножа. Это нож Wacom номер S4-28. Кстати, о нем я в скором времени сниму отдельное подробное видео и расскажу свои впечатления о работе данным ножом. Так что подписывайтесь на канал «Заметки электрика», чтобы не пропустить выпуск новых видео. Итак, регулирую глубину реза, затем обхватываю кабель на необходимое расстояние, ну, как я сказал, уже 20-25 мм, ну, так примерно.
и с помощью ножа выполняя поперечный разрез. Несколько раз провожу и потом делаю уже продольный разрез. Готово. Вот оболочка снялась, внешняя оболочка снялась. Чуть-чуть не дорезая, потому что дабы не повредить. Экран в телевизионных кабелях встречается в нескольких исполнениях. Только алюминиевая фольга и поверх нее медная оплетка, как в данном случае. И третий вариант, только медная оплетка. Да, кстати, если кабель имеет внешний диаметр менее 7 мм, то алюминиевую фольгу с оплеткой необходимо вывернуть поверх внешней оболочки кабеля, чтобы контакт между металлической крышкой розетки и фольгой был достаточно плотным. Я сейчас покажу. У нас как раз такой случай. Вот 6,5-6,6 мм внешний диаметр. Теперь нам необходимо отвернуть алюминиевую фольгу с оплеткой назад, полностью назад на оболочку кабеля. Для этого я сначала делаю из оплетки общую косичку. Вот таким образом. Дальше беру алюминиевую фольгу. Аккуратненько. И так, вначале укладываю оплетку, косичку нашу, и поверх нее укладываю фольгу. Получилось примерно вот так. Но внутренняя сторона алюминиевой фольги имеет непроводящее покрытие. Поэтому половинку фольги нам нужно изогнуть и вывернуть обратно только проводящей стороной вверх. Иначе у вас не будет контакта с крышкой, с металлической крышкой телевизионной розетки. То есть беру ровно половинку. И изгибаю ее в обратную сторону, как я уже и сказал. Получается примерно вот так. Этот пока проводник не трогаем. Мы его, когда будем зажимать, вернем для плотности и контакта его тоже в обратную сторону. Теперь берем розетку, откручиваем крышку. Здесь вот такой винт был у ней. Все, этот винт мы откручиваем, и крышка у нас открывается. Вот. Также мы откручиваем саму зажимную клемму для центральной жилы. И то есть розетка у нас уже готова. Теперь нам нужно снять изоляцию с центральной жилы. То есть здесь у нас центральная жила. Нам надо отступить отсюда, ну, совсем немножко, может, миллиметра два. И снять изоляцию с центральной жилы. Можно это сделать. Я это обычно делаю своими клещами для снятия изоляции Knipex 12-40-200. О них у меня есть отдельное видео, можете посмотреть. Но здесь есть, конечно, небольшой минус. Потому что данными клещами снять изоляцию мы можем только вот здесь. Иначе, когда мы будем ухватываться губками уже на внешней оболочке, у нас ножи не достанут до изоляции жилы. Поэтому приходится, тем не менее, дорезать с помощью обычного ножа. Ну, в данном случае канцелярского.
Так, получается примерно вот так. Ну, естественно, это очень много. Должна быть зачищена на расстоянии примерно, ну, 7-8 миллиметров. Примерно вот, вот так. Берем наш проводник, подключаем. Вот я его вставляю до упора. Там еще 2 миллиметра изоляции осталось. И затягиваю вот этот зажим. Теперь нам нужно закрыть металлическую крышку розетки и затянуть ее своим винтом. Но здесь вернем нашу косичку от оплетки и уложим поверх. И для плотности контакта уложим его вот таким образом поверх фольги. Ну, теперь прижимаем. Прижимаем и закручиваем винт. Контакт, даже визуально видно, что контакт получается достаточно хорошим, плотным. Да, кстати, обращайте внимание, чтобы отсутствовало замыкание фольги или волосинок оплетки кабеля на центральную жилу. Ну, теперь осталось нам установить ТВ-розетку в подрозетник. Здесь все просто, она устанавливается с помощью двух распорных лапок и двух крепежных саморезов. Да, забыл сказать, перед тем как устанавливать суппорт крепления розетки в подрозетник, необходимо снять внешнюю вот эту панель. Она крепится на защелках, снимается легко. И уже по традиции уровень установки ТВ-розетки я проверяю с помощью своего карманного уровня электрика Stabilo Pocket Electric. Уровень соблюден. Можно переходить к дальнейшей установке. Здесь не обращайте внимания, здесь подрозетники установлены наоборот, потому что в магазине не было вертикальной рамки. Поэтому здесь будет установлена обычная горизонтальная рамка, а все суппорты механизма будут перевернуты. Под общей рамкой здесь еще будут установлены две силовые розетки и одна розетка компьютерная RJ45 категории 5E, ну, интернет-розетка. Об установке компьютерной розетки будет отдельное видео, так что подписывайтесь на канал, кому интересно. Если у вас всего один телевизор в доме, то здесь все просто. Используется одиночное индивидуальное подключение. Но в настоящее время один телевизор в доме — это уже редкость. Как минимум граждане устанавливают телевизоры в зале, в детской, на кухне и так далее. Соответственно, встает вопрос о схеме их подключения. Лично я сторонник того, чтобы телевизионные кабели прокладывать не шлейфом от одной ТВ-розетки к другой, как это многие делают, а чтобы сводного слаботочного щита от разветвительного устройства, то есть сплиттера, на каждый телевизор шел свой отдельный кабель. Такое соединение называется параллельным соединением или соединение звездой. При такой схеме будет гораздо меньше затухания телевизионного сигнала, а также значительно улучшается надежность всей слаботочной сети. Например, при повреждении одного из отходящих телевизионных кабелей, другие телевизоры продолжат работать в штатном режиме. Правда, при этой схеме идет значительный перерасход кабеля, но, как говорится, за все нужно платить. Ну и третья схема – это подключение ТВ-розеток в линию или, другими словами, шлейфом. При подключении ТВ-розеток шлейфом кабель со слаботочного щита идет сначала на первую телевизионную розетку, от нее уходит на вторую телевизионную розетку и так далее.
Обратите внимание, что при использовании такой схемы необходимо применять проходные ТВ-розетки, но при этом последняя розетка всегда должна быть оконечной. Чуть ниже я объясню, чем они отличаются. При использовании данного способа подключения идет экономия телевизионного кабеля, но при этом будет некоторое ослабление сигнала. Если на первой розетке сигнал будет сильным, то к последней, он будет гораздо слабже. Но на самом деле это и не совсем критично, так как входной сигнал кабельного телевидения изначально выдает достаточно мощный сигнал. Да и практически все современные телевизоры обладают функцией автоматического усиления и регулирования сигнала. Из недостатков данного метода можно отметить то, что при пропадании контакта или повреждении кабеля до первой розетки перестанут работать и остальные. Напомню, что всего существуют одиночные, их называют еще простыми, оконечные и проходные ТВ-розетки. Это вы уже успели заметить по обозначениям на выше приведенных схемах. Одиночная или простая ТВ-розетка имеет ту же конструкцию, что и оконечная. Только в ее составе нет внутреннего резистора номиналом 75 Ом. Таким образом, качество передаваемого сигнала будет одинаковым, но при условии, что в каждую из розеток будет включен телевизор. В случае с одиночной розеткой и неподключенным к ней телевизоре могут наблюдаться некоторые помехи и искажения изображения на других телевизорах, если таковы подключены по схеме «Звезда». Это возникает из-за того, что у одиночной розетки сопротивление линии выравнивается за счет сопротивления подключенного телевизора. А конечные ТВ-розетки, как вы уже убедились в начале видео, имеют встроенный резистор, равный волновому сопротивлению линии 75 Ом, и им подобные манипуляции не страшны. Тем не менее, я всегда рекомендую приобретать именно оконечные розетки, ведь не факт, что после завершения ремонта у вас будут сразу приобретены и установлены все телевизоры в доме или в квартире. Поэтому это будет, наверное, лучший вариант. Проходные ТВ-розетки имеют два зажима – вход и выход. Проходным розеткам подключается приходящий кабель, а дальше имеется разъем для подключения отходящего кабеля на другую ТВ-розетку. Иногда этот разъем объединен в один разъем, но это все зависит от конкретного производителя. Вот, в принципе, вот эта конечная розетка, на их же базе, в таких же корпусе, изготавливают и проходные розетки. Вот вы видите, как бы один вход для одного кабеля и выход для другого кабеля. Только там будет немножко другая внутренняя схема. Правда, вот у проходных розеток затухание на отводе составляет порядка 4 дБ, что значительно больше, чем у оконечных розеток. А значит, при каждой последующей установленной проходной розеткой сигнал будет все больше и больше уменьшаться. Но, как я уже говорил, это на самом деле не так критично. В конце видео хотел бы сделать такое небольшое дополнение. В общем, в чем дело? Конечно же, установленная ТВ-розетка смотрится очень красиво и аккуратно. Но в последнее время вместо установки ТВ-розеток стали активно применять специальные суппорта и выводить ТВ-кабель непосредственно на телевизор, оставляя соответствующий запас кабеля порядка 1 метра. Вот видите, у меня такой запас остался. Ну, там сзади гипсокартон, поэтому вот его спокойно можно и убрать обратно. В таком способе, безусловно, есть свои преимущества. Во-первых, нет необходимости приобретать ТВ-розетку. Во-вторых, нет необходимости в изготовлении перемычки между ТВ-розеткой и телевизором. И в-третьих, нет лишнего соединения, из-за которого может вдруг ухудшится сигнал. Данный способ вполне имеет право на жизнь, ведь в любом случае запас провода
не будет видно, так как розетки для телевизора, как правило, устанавливаются непосредственно за самим телевизором. Но и здесь имеется несколько вариантов решения задачи. Первый вариант – это приобрести специальные кабельные выводы, в которых имеется возможность зафиксировать кабель в подрозетнике и вывести необходимый запас. Но дело в том, что такие суппорта имеют стоимость, соизмеримую с ТВ-розеткой. А может быть и еще дороже, не может быть, а они и дороже и стоят. К тому же не каждый производитель выпускает подобные аксессуары. Вот, например, у серии Glossa от Schneider Electric подобных аксессуаров не выпускается. Они есть только у серии Sedna и Odeis. Второй вариант – это приобрести специальные заглушки. Такие заглушечки устанавливаются в эту же рамку и имеют размер 45 на 45. Они по стоимости гораздо дешевле, чем кабельные выводы. В заглушке высверливается обычное отверстие и выводится через это отверстие выводится ТВ-кабель. И опять же здесь сталкиваемся с ситуацией, что у серии Glossa от Schneider Electric подобных аксессуаров тоже нет. Они имеются только у серии Unica, Sedna и Odeis. И третий вариант, это совсем более бюджетный вариант, это вообще ничего не устанавливать в этот подрозетник. Ведь это место в любом случае будет скрыто от глаз за корпусом телевизора. Так что выбирайте вариант по своим вкусам и возможностям. Ну и вот хочу показать в итоге, что получилось. Блок из 4 подрозетников. Телевизионная розетка, интернет-розетка и 2 силовые розетки. Это вот такой блок для телевизора. Как видите, в подключении ТВ-розетки нет ничего сложного. Общий принцип подключения ТВ-розеток сохраняется в целом у всех производителей. Это центральную жилу необходимо подключить в соответствующий зажим или клемму, а экран или оплетку соединить с металлической крышкой, либо скобкой, либо гибкой связью с печатной платой, которая непосредственно припаян стандартный F-разъем. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!